Я вас всех категорически приветствую. Это Rules of Survival Battle Royale Game, и мы продолжаем с вами рубиться, но это по-прежнему у нас мобильная версия. Игра есть и на пекарне, тут можно залогиниться с логина, который есть на компьютере, и играть, собственно, с тем же прогрессом дальше здесь. Но мы этого делать пока не будем. Ну что ж, давайте посмотрим. Тут много чего обновилось, много чего добавили, мне писали, поиграй, посмотри. А, team up to win awesome prizes. Нам это не надо, я думаю, соло. Нам соло тоже неинтересно, куча всякой их рекламки, игра. Но она выглядит как навязчивая, блядь, реклама, не игровая. Так что, вот такие вот дела. Да, я выберу, пожалуйста. Мне нужно сначала дуо, а потом поиграем снова с квадами. Так, ранковый или кастомный? Ну, в принципе, я думаю, какой будет, такой у нас и будет. Вот наша красотулька, мы ее приодели, я не помню, в той серии вроде бы как. У нас, наверное, есть куча заявок и френды. Реквест... Да, тут у нас заявочек до хера на самом деле. Ладно, это дело мы все поодобряем, поехали, нажимаем старт. Дуо, по идее, вроде бы как, он должен сейчас кому-нибудь нас бросить. Было бы очень даже неплохо. У этих разработчиков есть еще и другая игрушка, по-моему, называется Knives Out, вроде бы так. И я тоже планировал ее посмотреть, скорее всего, на недельке будет еще ролик. Посмотрим, что он из себя представляет, потому что очень много разных клонов. Пубга у нас тут сейчас есть, что мы одни, что ли, будем? А нет, Зельман! Нам какому-то Зельман дали, я надеюсь, что он шпрехает на нашем, и будет все понятно. Хотя, в принципе, здесь у нас можно, не разговаривая, дойти до успеха. Так, через 40 секунд у нас будет начаться бой, окей. Я очень надеюсь, что по звуку все вроде бы нормально, игра как-то странно местами бывает работает, потому что на экране телефона я вижу все окей, а вот на экране компьютера бывают некоторого рода фризы. Но это уже о грехе, так сказать, процесса записи, поэтому сейчас давай, собственно, готовиться. Ха-ха! Зельман подбежал ко мне и начал махать кулачищами с моими Merry Christmas. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, Happy New Year. Мне кажется, что графика стала еще охренительнее, по-моему, с последнего раза. На борту 60 человек нам показано. То есть посмотреть никак не могу. Он пишет, куда нам дистанцироваться. 1700 метров, окей, сейчас смысла, наверное, прыгать опять же нет. Послушаем нашего напарника, он явно играет в эту игру дольше, чем надо, но вот с чатом надо что-то делать, потому что чат у нас как-то дерьмово выглядит. И ни хрена толком-то не видно. Может, он там что-то важное писал? Не знаю, не знаю, не знаю. Так, 400 метров. Десантация у нас... Десантирование через 200. 120, 50... Опа, поехали. Так, боюсь приза... Вон, Зельман. Вон он падает, братишка. Смотри, какая красота. Да, графически игрушка, конечно, радует глаз. Я думаю, что на компьютере она должна быть еще лучше, наверное. Хотя куда, спрашивается, лучше. Так, Зельман, я прям за тобой. Я прямо сказать, твоя тень буду. Вон я вижу, челик падает уже вон там, где-то в бок. А, господи. Так, чувак, по-моему, ты куда-то не туда полетел. 180 метров. Погнали. Сделаем эту эпическую каточку. Можно быстро как-то снижаться, по-моему, можно не очень. Если ты возьмешь эту прекрасную синюю тачку, ты будешь охеренно крутым чуваком. Так, мы присели. Давайте быстро глянем, что у нас тут есть. Открывай, 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 открывай. Ну, кочерга, это, блядь, не самый лучший вариант, мы же не в Half-Life какой-нибудь. Братишка, не закрывай, пожалуйста, меня здесь. У меня уже какая-то клаустрофобия игровая вырабатывается. Присаживайся за тачу и погнали, наверное, дальше. Ты не хочешь на машине попробовать, братиш? Ах, Зельман решил, что надо идти пешком. Как юный такой, знаешь, именно солдат, мать его. Давай попробуем. Бесконечно нарисованный значок, что мы можем хуярить кого-то бесконечно. Я думаю, что нас быстрее убьют, чем пройдет эта бесконечность. Так, вон там справа есть хороший дом для лута. Если Зельман берет этот слева, я возьму, наверное, тот дальний. Хотя это, сука, рисковая хуета. Учитывая, что мы играем вдвоем, а не отрядом 4 человека, я не знаю, что нам стоит ожидать. Ладно, погнали. Давай, братан, давай. Давай, лежа. Главное, все будет хорошо. Тихо, ша, спокойно. Опа, это уже хотя бы хоть что-то, блядь. Это лучше, чем ничего. Так, бля, я не помню, как перезаряжаться. А, он сам делает это отлично. Тут можно перезаряжаться, только, правда, иногда забываешь, как это делать. Надо играть в игрушку почаще. Опа, заберем. Цевьё и прочую хероту всякую. Через 3 минуты зона будет сужаться. Еще один пистолет. А этот уже Desert Eagle, это уже поинтересней. Отлично. Я думаю, что Зельман сейчас явно хочет забежать сюда, полутаться. Опа, левел 2 армор у нас есть. Отлично. Дымовая граната, в жопу ее. Эту дымочку. SMG. Компри... Братиш, привет. Что ты пугаешь-то, блядь, так, а? Чуть не родил нахрен. Так, это я заберу, это я тоже заберу. Голографический прицел, тема хорошая, вот только было бы, блядь, куда его надевать. Так, что у нас здесь, братан? Опа, 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 опа. Тихо. Тихо, братиш. Я забрал, вроде бы успел.
Шикарная тема. Так, у нас есть прицел. Мне кажется, он узнал меня. Зелман, мне кажется, меня узнал, потому что он очень аккуратно, очень как-то вот прямо вот возле нас тусит. Нет, я понимаю, что, возможно, это элемент выживания. Не обязательно нужно узнать, чтобы выживать. Хирак! Да, перепрыжка у нас получается, но не всегда. Так, что там у нас? Игра, по-моему, стала реально работать чуточку шустрее. Это видно, если играешь особенно с телефона. Не знаю, как на планшете, но... Чувак, ты там упал прям? Я тоже хочу на жопу упасть. Точнее, на живот. Сейчас сиськами потрем. А что-то у него, по-моему, оружия вообще нет, что ли? Голяк? Опа. Опа-па. Где-то, по-моему, проехала та... Блядь, там две тачки. Там только что было две тачки. Не знаю, среди этих глюков видно было или нет, но вроде бы как в кадр это дело попало. Хорошо. Я предлагаю двигаться, потому что нам как бы до зоны надо добраться уже. Это что, по Зелману так хуярит с такой жесткостью? Братиш, ты что там творишь, блядь? Ты что там делаешь, мать твою? Меня-то хоть подожди. Прыжок. Да, жестко, конечно. Ты что, кого-то завалил или я что-то не понимаю? Так, двери открыты. Дратути! Так, что тут у нас? Девайся, братишка. Слушай, а может ему пистолет бросить? А я не знаю, как дропать. Черт твою ж налево, а? Так, не будем стопориться. Я слышу, снова там катаются машины. Есть шанс того, что нас могут убить, просто, блядь, сдавив нахрен. Так, тут спокойно. Фух. Кстати, ник мой вы знаете, он всегда у нас неизменный. По-моему, где-то тут уже мелькал. Так что смело добавляйтесь и вместе поиграем, как по возможности, собственно, у нас это дело получится. Потому что подписчики уже здесь были, вы это неоднократно видели. Слушай, братиш, давай я тебе что-нибудь сброшу. Блять, как это делать? Инвентарь, тут есть такое понятие? Во. Вот так, наверное. Это пистолетные патроны, держи. Окей, 35 штук. Братишка, я же тебе сбросил пистолетных патронов. Или ты решил просто пальцем, блядь, пострелять? 400 метров, а через 50 секунд у нас с вами будет активна зона. Что мы видим? Что мы с вами видим? Прорисовочка, конечно, хромает в этом плане. Да, я вижу дальнейшее, что происходит, но, блядь, я вижу кучу глюков. Это не есть хорошо. Какая-то лажа, блин. Воу, здесь как-то рисково прыгать. Так, братиш, Зелман, мне кажется, что надо попробовать. Это рисковое занятие, но выхода у нас с тобой просто нет, поэтому погнали. Давай, 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 давай. Ах ты ж, видимость какая хорошая была бы у нас. Плюс, по-моему, здесь есть вроде бы как автоматическая стрельба, учитывая, что мы играем на телефоне. Ну и как бы помощь прицеливания называется. Так, Зелман, куда ты учап? Куда ты, блядь, пошел? Скажи мне, у нас зона, либо он играет первый раз, либо я не знаю. По-моему, у него даже оружия не было. Так, сейчас мы эту катку быстро сделаем и... Danger! Так, нас предупредили, что зона начинает сужаться, блядь. Оу-оу, плохо дело. Плохо дело, братиш, мне кажется, у тебя там проблемы, но я не могу возвращаться, потому что зона вот-вот сейчас начнет сужение. А мне бы хотелось находиться внутри зоны, когда это будет действовать все. Так, тут чисто. Это тебе не пупк с читерами, хотя тут тоже могут завалить быстро. По-моему, это кто-то стрелял, или это такие проглюки просто камеры? Твою же мать. Нужно передохнуть. Только уже, наверное, в зоне это сделаем. Так, смотри, тут есть несколько домов, и тут точно кто-то должен быть. Понимаешь, игры подобного рода в тебе воспитывают, блядь, паранойка, серьезно тебе говорю. Так, тут все окей. Давай в присядочку. Есть вообще кто-то на горизонте хоть? Ой, лучше бы никого не было. Так, как-то жить спокойнее, что ли. Опа, сейчас будет бомбежечка у нас. Мы вроде как успели скрыкаться. Что там за херня, блядь, творится? Там кого-то убили, там что-то вроде есть, можно было бы что-то забрать, но возвращаться я туда не буду, это рисковое дерьмо. Так, тут чисто. Тут ничего нет. Я помню, раньше можно было случайно пострелять, и вроде они то ли кнопку уменьшили, то ли еще что-то перенесли. А, в плане интерфейса. Так, нам сюда. Патронов у нас всего 45, не так уж, чтобы много, но не так уж, чтобы мало. Чё-то я, блядь, никого не вижу. О, боже. Кажется, нет, Зелман еще живой, да ладно? Я не знаю, что он там делает, какого хрена он там забыл вообще. Это что, была стрельба? Потому что здесь я видел, как будто как отлетело что-то. То ли штукатурка, или еще какая-то хрень. Так, заходим. Может попробовать через дом пройти. Так, вставай, наверное, так будет лучше.
Тут есть хоть какой-то лут? Такое впечатление, что уже все 100 лет назад залутано. Патроны там и взяли, но это не те патроны, которые нам нужны. Что там за кудахканье, блядь, было? Так, давай попробуем переплыть. Вроде бы как персонажи здесь умеют плавать. Даже на скринах было показано. Там никого нет на той стороне. А то Олежа переплывет, и нас там благополучно встретит парочкой грамм свинца в щи. Си, вода хорошая. Ох, ты ж красота. По-моему, плавает даже лучше, чем в пупк. Так, я вижу, как приближается наш напарник, наш Зельман. Зельман, плыви со мной. Водные процедуры, я думаю, освежат твою бошку, и ты будешь действовать более логично. 36 человек итогу осталось. Мы падали, было 60. Практически половина сейчас уже офнулась, 250 метров, и он что-то не приближается нормально. Мост. На мосту вроде все чисто. Блять, зона. Твою мать. Мне жалко Зельмана. Он что-то там тупил, ходил, да что-то делал. Братиш, ты где? 200 метров. Он умрет, скорее всего, да, он, по-моему, начинает уже потихонечку сдыхать. Блять, 700 метров бежать. Ты прикинь, тут, по-моему, мотоцикл был. Тут вроде был мотоцикл, притом даже два. Бегом, 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 бегом. Я не знаю, получится у меня до него добежать. Очень бы хотелось. 2 минуты у меня еще как бы имеется в запасе. Людей я тут не вижу, из зоны никто и в зону не бежит, значит, все нормально. Так, погнали, драйв. Давай выбираем драйв. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, это рисковое дерьмо. Свайпнуть, чтобы посмотреть. Тихо, там же забор! Твою мать, это же был забор! А поворачивать нам не нужно в этой игре? Блядский, твою ж мать, а! Ну да, как в GTA-хе практически, вставай! Можешь встать и в GTA-ов, давай. Я лучше пешком, блядь, пройду. Хотя, наверное, 600 метров пешкодралом не самая лучшая затея. Здесь дома залутаны. Здесь ничего нет, у нас есть 1,5 минуты до сужения все. Оу! Оу-о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 у
Стреляй! Стреляй же! Что ж ты будешь делать? Это гребаная печаль, на самом деле. А, после убийства я понял, что это было красное. После убийства каждый, собственно, тиммейт или просто вражина любая дает тебе подарок. Ты его можешь взять, и там что-то, наверное, есть интересное. Так как, видимо, в игре появились читеры, появился и репорт. Теперь можно репортнуть, если вы думаете, что вас убил читак. Watch через 44 секунды. Я так понимаю, что типа киллкэма можно посмотреть, наверное. Но этого мы делать сейчас не будем. Так, возвращаемся в лобби и попробуем поиграть и разыграться уже с отрядом в 4 человека. Йоу, ну что ж, поехали. Теперь мы играем четвером. Я даже успел вроде бы как посмотреть, там реально есть 4 челика. Погнали посмотрим. Merry Christmas. Нас по-прежнему поздравляют с Рождеством, с Новым Годом. И 60, раньше было 100. То есть даже в игре в названии было написано, что типа там 100 человек Battle Royale. Так, уже вроде бы даже я смотрю, кто-то попытался, по-моему, то ли выпрыгнуть, то ли еще куда херню замутил. Так, 1200 метров стоит у нас тема, окей. Так, что у нас по карте? Они хотят туда падать, зачем? Это же далеко до хрена. Подожди, 400 метров, 300 метров, 200. Когда будет 100, можно, в принципе, прыгать. Давай. Готово. Так, вроде наши друзья, вон Эрина Раифи, я вижу, у нас Дерес. И, по-моему, есть еще кто-то вроде бы. Либо он вышел, либо есть, хрен его знает. Иногда людей просто отключает, мало ли, телефон заблочил, и все на этом. Так, куда падаем-то, гайс? Че вообще, блядь, происходит? Вон, вижу, уже вражина. И вряд ли мы сможем, наверное, быстро его убить. Очень бы хотелось. Так, падай. Куда вы, блядь, все падаете, мать вашу? 700 метров, один там упал, один здесь упал. Видишь, то есть... О, я слышу, там бомбежка уже идет. Мы не успели упасть, но там уже кого-то нагибают. Притом делает это очень усердно. Если получится, упадем на крышу дома. На крышу падай, там оружие было или лут какой-то лежал ценный. Все, погнали, 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 погнали. Погнали, что это за говно у нас тут? Что это такое, мать твою? А, даже так. Побежали быстро, хоть какое-то оружие, хоть что-нибудь. Шлем это заебись круто, но нам нужен пистолет или автомат. Давай, мать твою, давай. Шлем первого уровня. Опа, это уже интересно. Перезаряжай, перезаряжай, перезаряжай. Тихо. Тихо, ша, спокойно. Спокойно. Можно попробовать даже присесть и... Я слышу, там стреляют. Глушачок не помешает нам, глушитель. Наверху вряд ли кто-то был, мы вроде первый зар... Давай, 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 давай! Нормально! Нихера себе у него лута!
Нормально так паря за... Бля, патроны! А патрончики? Херитейч твою мать, а? Патроны, блядь, я что выбросил? Патронов нет! Ты представляешь? Вот зараза, говно. И как мы без оружия будем стрелять? Так, нужно патрон найти срочно. Хоть что-нибудь. Хоть какую-нибудь херню надо найти. Парень, я так понимаю, все просрал. А вот что-то у нас есть. Это пистолетное, они не подойдут сюда. Что у нас есть? Где наш, блядь, бэкпак? Ой, печаль. Так, оружие кастомайз. Это, конечно, все весело, но придется брать пистолет. На него хоть что-то есть из оружия, из патронов. Там еще кто-то бегает. Тут еще до хера, блядь, я слышу, кто-то бегает. Кто-то внутри там лутать пытается, видимо. Так, тихонько. Давай, падай, 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 зараза, блядь. Падай, убивай, хули ты стала? Стреляй! Нормально, ёптель твою мать, а? Тут просто клондайк из лута, ёпт. Так, а что у тебя, братишка? Что у тебя есть-то, твою мать, а? Патроны, мне нужны патроны, дай, пожалуйста. Че, я не могу его залутать? Его лут внизу где-то? Он же был с оружием, какого хрена? Я не знаю, что происходит, блядь, в этой игре, но нам придется здесь еще отсидеться. Дерес и вся наша компашка, наш Тима, где-то в жопе. Кто-то приехал. Кто-то, блядь, сюда приехал. Так, это что, патрошки у нас? Это заберем и это заберем. Но не туда, блядь, и не сюда. Так, он где-то здесь крутится. Он где-то тут шатается туда-сюда обратно. СМГ патроны. Ну, они нам тоже не нужны, смотри. По-моему, кто-то из наших приехал. А, 49 метров. Кто-то из наших сюда приехал. Может, пускай полутают, если им надо. Но там ни патронов, ни хера, блядь, нет. О, господи Иисусе. Так, зона. Мы все забыли про то, что... А мы и так в зоне находимся. Нам особо париться, наверное, даже не стоит. Так, левел бэкпак 1. А что у нас-то хоть есть-то? Блин, у нас вообще патронов нет. И прикинь, вообще задница лютейшая. Плюс надо поесть. Unavailable. Почему unavailable, если у тебя 6 яблок, мать твою? Что с тобой не так, скажи мне? Бандаж, типа, недоступный. Я не знаю, как оно работает. В общем, а, во, смотри. У челика ништяк 1, у челика ништяк 2. Патроны у тебя есть, твою мать? Левел бэкпак 2. Это мы заберем. Отлично. Взяли какую-то хероту. Так, наши друзья вроде тут где-то. Так, братиш, я иду. Бегу, 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 бро. О, патроны, патроны, патроны. Ну, опять, которые не подходят. Иду, 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 мой хороший. Уже бегу. Уже дядюшка Брэйн бежит. Давай, 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 давай. Райт я нет. Просто рядом. Во. Погнали, бро. Можно ехать. Охерительно. Убили двух челиков. Там, по-моему, аирдроп сейчас падает. Я вижу вдалеке наверху. Все нормально. Жизнь явно удалась. Только у нас пустовато как бы все это дело. Медкит, давай заюзаем. А почему он available, я не понимаю. В чем проблема? О, можно спортдринк. О, он под воду уехал. Ты какого, мать твою, делаешь? Даже я, играя здесь несколько раз, уже знаю, что такие, блядь, выкрутасы в этой игре явно не проканывают. Поэтому нужно как-то все с умом делать. Бля, патронов нет. Ничего нет, все плохо. О, май факин гаш. Надо ему сказать, need ammo. Может быть, он как-то сообразил это дело все. Братан, у меня только пикаль. То, что мы убили двух челиков, это, конечно, заебись, но у них тоже патронов не было. Ну что, он какой-то голый, по-моему. Так, зона бомбежки. Мы, тем не менее, мы-то находимся как бы с Эриной Рафи в зоне. Это хорошо. Пошли посмотрим. Пошли поглядим, что там за дерьмо творится. Нам хотя бы, блядь, хоть что-то найти. Вон какие-то сараи есть, может туда попробовать. А мы там не выйдем, наверное. Там будет слишком, сука, сложно. Пистолет... Вон челик! Блядь, вон челик. Вон там челик на 300 бежит на 285. Я попробую, конечно, поближе. Давай, давай, давай! Стреляй, сука! Есть! Ха-ха-ха! 3 килла, блядь! Ты прикинь, я в жизни, блядь, только не убивал. Так, левел 2, давай автомат заберем. Патроны, сука! Патроны, пожалуйста! Дай мне патроны! Так, левел бэкпак. О, есть патроны! Заебца! Хоть что-то у нас винтовочное будет. И плюс еще небольшой такой прицельчик. Это Ренафи, это наш чел, это наш тиммейт. И кажется, что только мы с ним вдвоем тут как-то сладили. Так, ладненько, шикарненько. Это, наверное, лучшая будет каточка наша, учитывая, что мы это играем на телефоне, играется очень даже неплохо.
Видно, что ребята-разрабы фиксят это дело. Не могу сказать, что игра прям супер идеальная и супер хорошо работает, но там кто-то подъехал на машине, по-моему. Там кто-то подъехал. Хоть пойми, блядь, с какой стороны он там подъехал. Вон челик бежит. Вон челик. Но я отсюда его не застрелю, это далековато. Дома, по-моему, полностью клонируют те, что были в пубге. Ух ты ж, ёбаный в рот. Сколько тут оружия. Так, перезаряжай. Перезаряжай, твою мать. Так. У нас же вроде бы были плюшки разные. Так, стоп. Вот. О, смотри, вот что пытался сделать. Он пытался уехать. Где-то машина, где-то они рядом тут жужжат, блядь. Так. Какую ты там гасишь, твою мать? Я без прицела отсюда не увижу. Давай попробуем посмотреть так. Вон они уехали. Они реально взяли, сука, и уехали. Ты представляешь, какое дерьмо случается? Но это не те, а тут еще кто-то был. Тут, по-моему... Давай, братиш, я иду, бегу. Все, погнали. Ну, ты пойми, что вода — это как бы проблема для машин. Так, погнали. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Хо-хо-хо-хо, назад! Пожалуйста, сдай немножко назад. Мы немножко забаговались с тобой, бывает. Эх, на Е бывает, и на Ё бывает, но надо сдать немного назад. Я понимаю, я знаю просто, что управление здесь такое, как будто ракалы какие-то делали это управление машиной. Неудобно, несмотря на то, что это телефон, и у нас как бы зона. У нас как бы зона. Вон челик! Подожди, блядь, дай я попробую убить его. Давай, да убивай же, блядь, убивай. Тихо. Давай, четыре убийства, сука. Так, тормоз. Блять, ну там зона. Где наш чел? Где он, бля? Я его потерял. Я бы даже латать не побежал, понимаешь, в чем беда? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, вон он. Вон он, сучоныш. А когда мы перезаряжаемся, почему-то мы начали вставать. Я не знаю, блять, где он точно. Этот, сука, где-то там. Уходим. Да! Нет, сколько я убил, твою мать! Так, вон там еще один. Ах ты ж, зараза, блядь. И все наши где-то уехали. Мне нужна помощь. Там этот сучёныш либо своего поднимет, и меня просто завалит. Или я того не... Я этого просто положил, но не добил, получается. Бля, я не могу ничего пользовать. Ах ты ж, говно. Где наши-то, блядь? Эринафи едет обратно, но я боюсь, что он вряд ли успеет. У меня жизни не шибко много, и придется, наверное, скопыться тут. Эринафи, ты где? 300 метров он. Ну, он едет на машине, это видно, что он перемещается довольно быстро. Смотри, вон. Давай, братиш, давай, мне немножко осталось. Давай, бро, давай, немного же надо еще. Бля, вон он, сука, вон он. Вот сидит черт один, там черт второй. И наш подъехал, смотри, слева наши. Бля, не, в жопу иди. Иди в жопу, иди нахер. Эринафи, бей же его. Че, кулаками, ты что, своим уме? Что происходит? Какого хрена? Это что вообще было? Он что, его реально кулачищами забахал? Там же приехал еще челик. О, боже. Я такого трэша еще не видел. Вот так вот мы поиграли с вами в Rolls of Survival, друзья мои. Надеюсь, понравилось. Это было действительно эпично, было действительно интересно. Bang Touch, чудесно. Просто супер-пупер. Сквад 23 года, я успел прочитать, что написали в чате. Но, тем не менее, ну что ж, будем прощаться. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, ставить пальцы вверх и заходить в группу ВКонтакте. С вами был Брэйн, всего хорошего, пока-пока.